3 ноября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного полномочного посла Австрийской республики в нашей стране Сильвию Майера Кайбича в связи с окончанием дипломатической деятельности. На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Австрией в различных областях. Подчеркнуто значение встреч и взаимных визитов на высшем уровне с точки зрения расширения наших связей. Было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество вызывает удовлетворение, что австрийские компании осуществляют плодотворную деятельность в ряде отраслей экономики в Азербайджане. Отмечено, что есть хорошая перспектива для дальнейшего расширения наших связей.